вместе. Дорогие друзья, Леокад Кешет, ваши аплодисменты. Я прошу себя, это вся группа Кешет, да, насколько я понимаю? Здорово. И группу Шолем, пожалуйста, поднимитесь на сцену. Четыре юных создания против 20 юных созданий. Здорово, здорово, здорово. Пойдемте, подходите сюда. Ну что, дорогие друзья, судьи, уважаемые, последняя оценка группы Кешет за сопилку. 12, все судьи, 12 баллов. Сейчас мы быстренько подведем итоги и скажем вам все, что мы о вас думаем. Нет, мы думаем только хорошо, большие молодцы. Правда, мы так не умеем, поэтому уже большие молодцы. Поддержите их, пожалуйста. Петь в команде – это на самом деле самое сложное. Соло – это просто. А вот слушать друг друга, что вы прекрасно делали здесь на сцене, группы Шолем и Кешет, и внимательно не ошибаться – это стоит уважения, правда. Пойду проверю, что с нашими подсчетами. Итак, итоги подведены. Группа Шолем, третье место. Поздравляю вас, друзья. Вы большие молодцы. Здорово, команда. Группа Кешет за композиции «Аллилуйя» и «Сопилка». Второе место, дорогие друзья. Позиции Ава Нагила, Бераб Ховель, капитан, первое место. И композиции... Перепутали. Шумаком и Хатуль Шахор в этом прекрасном переводе получают гран-при. Спасибо большое группам Кешет и Шолем. Ваши аплодисменты звучат для них. Спасибо, дорогие друзья. Попрошу вас пройти в кулисы, а мы продолжаем. Итак, перейдем.